Это семья из спального района, которая живет в уютной однушке и ходит на любимую работу. И на еще одну любимую работу. И на еще одну. И на еще одну. И на еще одну. И на еще одну. Для того, чтобы съехать с той самой однушки и перестать быть семьей из спального района. На работу.